регулярного чемпионата Олимпэт молодежный хоккейный «Щелканов». Сегодня, касаясь... Морозов борется. Вот там по паре защищают. Ой! Снайперский выстрел настолько точен. Или же трафик. Иван Казаковцев добавляет результативность. Подправление было. По-моему, было подправление. Да, как раз и Казаковцев-то и празднует. Не, именно поэтому, потому что он подправил. Никаких шансов. Это будет удаление. Если бы чуть-чуть точнее, и дубль был бы. Продолжается опасный что момент. Творят? Это настоящее мастерство. Ушел за ворот. Да. Надо посмотреть повтор, как это было. Он выманил Корнеева из ворот. За воротами перепас от динамовцев. Резко входят в зону передачи и в такой в молниеносной контратаке через прострел замыкают. Что-то похожее мы видели от СК-46. Да, там было много раз такой. Да, ну, одного совершенно. Ох, вновь разыгрывают грамотно игроки «Динамо» Санкт-Петербург. Да, Рахимов забрасывает эту шайбу. Но здесь расчертили все как по учебнику. Не пожадничал партнер Даниил Прохоров. Как опасно. Ох, на Калинина. И будет удаление в составе в этой игре. Такое ощущение, что подустали команды. Немножко таким, таким ритмичным, как который мы наблюдали до этого 15 минут. Сумасшедшая и... быстрая реализация. Да. Сколько секунд там прошло? По-моему, одна секунда. Две. 54 секунды было, когда удаление зафиксировали. И гол фиксируем. Спустя 2 секунды Леонид Байков, который не слишком был заметен в 40 минут игры, именно на 40-й. И даже отскок от судей помогает сегодня гостям. Да, 5-0 по итогу. Петренко заставляет ошибаться в передаче. Калининская акула в чужой зоне с шайбой. Богданович. Отдать Бардышеву. Нет, находит другой вариант. Бросок, да! От Петренко. Как точно. 1-5. Прекрасный гол. Акула, он только в этом месяце перешел в команду. Закрыли вратаря. Ничего он там не видел, смотрите. Да. Ну и передача была... была очень коварная, потому что даже я думал, что будет передача на бар оппонент. Это Лока. Ну а Динамо Санкт-Петербург.